4 октября 2011 года на территории Центрального парка города Красноярска на средства благотворительного фонда «Вера и надежда» Анатолием Быковым был установлен памятник учителю, знак признания и уважения его нелегкого труда. Автором монумента стал известный красноярский скульптор Константин Зинич. Реализация этого значимого проекта была бы невозможна без их теплого и трепетного отношения к педагогам. Аплодисменты Анатолию Петровичу и Константину Миладиновичу. На протяжении 10 лет мы празднуем вот этот праздник, а праздник Дня Учителя. У этого монумента, который 10 лет назад поставил, смонтировал Анатолий Петрович Быков. Праздник настоящий. Что я хочу сказать? Люди приходят, кланятся этому памятнику. И есть чему, потому что учитель – это святая профессия, да, у которых сегодня все в руках, все будущее нашей страны. С праздником, Днем Учителя! Желаю вам всем здоровья и долголетия в это непростое время, веры, надежды и любви к своему профессиональному делу – быть учителем. Пусть Бог даст вам сил, энергии продолжать свое святое дело – любить и учить детей, любить школу, передавать и делиться своим жизненным опытом с молодыми педагогами. Я всегда говорил и говорю, что учитель – это главная профессия, от которой зависит жизнь всего нашего Отечества. Мне очень жаль, что второй год подряд не могу по уважительной причине быть рядом с вами. Но я мысленно рядом с вами, в нашем центральном парке, возле самой красивой, замечательной нашей учительницы. Я знаю, мои друзья и коллеги, Валентина Ивановна и работники фонда вместе с вами смогут достойно провести традиционно сегодняшнюю встречу. В этом году 10 лет нашей учительницы. Прочитать вслух стихотворение Дементьева, вспомнить наших друзей, которые ушли от нас, таких как Нина Яковлевна Превер, которая меня познакомила с вами и многих других из нашего клуба. Спасибо всем за то, что вы пришли на наш с вами праздник. С глубоким уважением ко всем вам и до скорой встречи, Анатолий Быков. А теперь мы приглашаем к микрофону человека, без активного участия которого этот праздник бы совершенно не состоялся. Валентина Ивановна, конечно, речь о вас. Отличник народного образования Российской Федерации, заслуженный педагог Красноярского края, председатель Красноярского городского совета ветеранов Валентина Ивановна Цивилева. Дорогая наша Валентина Ивановна, вам слово. Спасибо, Саша. Ну, первое, я хотела бы сказать спасибо Александре Соловьевой, которая все вот эти годы с нами рядышком и проводит все эти мероприятия. Это победитель конкурса, кадровый резерв, губернатор, главы города при Петре Ивановиче Примашкове. Спасибо ей навсегда с нами рядом. Второе, я спасибо хотела сказать Сергею Викторовичу Пикалову, который тоже здесь, которого мы все очень любим, и я тоже благодарна. И всем спасибо каждому, кто здесь присутствует, каждому и все вместе, и в отдельности каждому. Особое спасибо я бы хотела вот этой когорте, которая стоит здесь. Правда, Людмила Васильевна тоже уже убежала, но Министерство образования все. Галина Александровна Вычужанина здесь все. И Виталия Александровича Косолапова. Виталий Александрович, пожалуйста. Уважаемые учителя, ветераны, уважаемые гости и приглашенные, позвольте мне поздравить вас с профессиональным праздником, Днем Учителя, а в вашем лице поздравить всех учителей нашего города Красноярска. Пожелать всем счастья, здоровья, успехов в труде и личной жизни. Учитель – это святая профессия. Общество доверило вам самое дорогое, что есть у человека, это детей. И от того, какое они получат образование, школьное воспитание, зависит будущего этого ребенка. Конечно, на протяжении 10 лет проводятся вот такие встречи у этого памятника. И приятно, что сегодня каждый житель Красноярска может подойти сюда и низко поклониться этой святой профессии учитель.
Это очень хорошо. И жаль сегодня, конечно, что сегодня нет среди нас, кто это создал, этот момент, Анатолия Петровича. С праздником, дорогие учителя! Счастья, здоровья всем! Уважаемые гости, прекрасный осенний праздник. Как раз, когда у нас идет, начинается новый учебный год, мы встречаем один из самых светлых праздников. Это День Учителя. Поэтому от лица Управления образования города, от всей души, с горячим сердцем, мы передаем вам все наши пожелания. Прежде всего, конечно же, здоровья. Профессия учитель – это, наверное, самая благодарная в мире профессия. Во все времена, во все эпохи учитель, учитель для ребенка, учитель в профессии, учитель по жизни – это тот человек, ну, который становится для каждого из нас главным в жизни. Поэтому для России, наверное, профессия учитель – это всегда была священная профессия. Поэтому мне с большим трепетом сегодня я пред вами. Я поздравляю вас с Днем Учителя. Я желаю вам всех благ, чтобы вы чувствовали теплоту, теплоту учеников, родителей, близких людей, здоровья, счастья и удачи. И вот этот букет Валентина Ивановна Цивилева вам, как председателю Совета ветеранов педагогического труда города. Спасибо вам. Спасибо, Марина Александровна. Я приглашаю к микрофону председателя Краевого комитета Общероссийского профсоюза образования Людмилу Васильевну Косарынцеву. Дорогие коллеги, с праздником вас! Потому что, наверное, профессия, которой мы с вами служим, она делает будущее вообще всей страны. Как научим, так и жить будем. Поэтому ветеранам дай Бог вам долгих-долгих лет жизни, чтобы вас никогда не забывали ваши ученики и те, кто сегодня работает, те, кто пришли в наше учреждение, наша молодежь тоже помнила о вас и всегда относилась с трепетом и уважением. Не смейте забывать учителей. Они о нас тревожатся и помнят. И в тишине задумавшихся комнат ждут наших встреч и новостей. Им не хватает этих встреч нечастых. И сколько бы ни миновало лет, случается учительское счастье из наших ученических побед. А мы порой так равнодушны к ним, под Новый год не шлем им поздравлений, а в суете или попусту из лени не пишем, не заходим, не звоним. Они нас ждут, они следят за нами и радуются каждый раз за тех, кто снова где-то выдержал экзамен. На мужество, на честность, на успех. Не смейте забывать учителей. Пусть будет жизнь достойна их усилий. Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей. Прекрасное поздравление, очень символичное, поскольку именно последние строки этого стихотворения находятся на нашем монументе учителю. И мы желаем вам, чтобы ваши ученики вас никогда не забывали. И давайте еще раз аплодисментами поприветствуем друг друга. Дорогие друзья, сегодня, конечно, пришли поздравить ветеранов педагогического труда, посвятивших себя, свою жизнь образованию и детям, наши дорогие гости, представители городской и краевой администрации, городского совета ветеранов, городского совета ветеранов труда. Также мы рады приветствовать руководителей управления образования всех районов города, которые уже стали для нас и для вас всех добрыми друзьями. Аплодисменты. Чем больше сегодня будет звучать аплодисментов, тем лучше будет нашим настроение.